Задачи на год от президента. Вадим Красносельский обратится к органам власти с традиционным посланием 20 января. Все как и год назад пройдет в режиме онлайн. Об этом президент сообщил сегодня на совещании с главами. Говорили о дорожных ремонтах. С прошлого года остались неиспользованные средства. Их направят в районы. Особое внимание уделят тротуарам. В планах отремонтировать территорию больницы в Каменке, Слободее модернизировать ливневки, в Тирасполе дорожные развязки. Вадим Красносельский нацелил главное начать ремонты уже в феврале, чтобы все успеть.